Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW первой серии. Итак, двери замена, крыло замена, капот ремонтируется, стойка там тоже будет под вопросом. Фара, бампер, замена. Правая сторона вся чистенькая, целая. Здесь ничего делать не будем. Итак, телевизор тоже меняется. Ну что, приступаем к разборке. Ну что, разобрал, точнее снял то, что мне мешать будет ремонту, и установил машину на стенд. Теперь мне нужно будет разобрать это место. Чтобы его разобрать, мне нужно вытянуть горшок, так как оно зажато. Итак, потянул, разобрал. Сейчас можно приступать уже к ремонту. Все это будет рассверливаться. Днище при ударе тоже имеет складки. Ну что, рассверливаюсь. Итак, снял поврежденный металл. Вот такая кучка получилась. Теперь приступлю к выравниванию днища. Специально не срубал вот этот кусок усиления, за него я буду тянуть. Итак, днище вытянул столько, сколько смог. Измеряю целый подрамник, который будет меняться, и измеряю крепление на днище. Все подходит. Срубаю то, что должен был срубить. И подтягиваю до конца уже днище выравниваю. Теперь вытягиваю горшок. Итак, вот это донора часть. С нее я возьму только то, что мне нужно, то есть то, что отсверлил поврежденное. Вот это количество деталек мне нужно будет сварить. Итак,
приступаю к сварочным работам. Некоторые элементы не очень подходят, подтягиваю и свариваю. Прикрутила саморезы завесы дверей, померю дверь и затем сварю. Но дверь, зазор хороший, можно сваривать, что я и делаю. Ну и затем свариваю остальные части стойки. Так, эту часть кузова я сварил, теперь буду примерять остальные части. Но сначала отравняю усилитель бампера и затем капот. Итак, усилитель бампера я отравнял, теперь приступаю к ремонту капота.
Итак, форму капота я сделал. Теперь при помощи споттера я заканчиваю ремонт. Итак, капот тоже готов, доравняю на машине, ну а теперь прикручиваю и примеряю все остальные детали переда. Итак, машина покрашена, теперь я собираю ее. Ну что, друзья, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!